Я еще застал то время. Это, наверное, будет звучать немножко как занудство, когда на Дальнем Востоке была своя прекрасная сцена со своей музыкой, и было огромное количество групп, звезд здесь, которые звучали на радиостанциях, которые давали концерты и собирали большую аудиторию. Потом, к сожалению, это все исчезло. А сейчас мы просто стараемся популяризировать наш город и наш регион за счет своих песен. У нас поменялось очень много составов. Никого из первого состава не осталось по разным причинам, но сейчас я считаю, что у нас сейчас самый сильный дух внутри. Леша, давай ниже на октаву. Любимое место в Хабаровске. Это была обычная пятиэтажка какая-то, панельная. И там находится площадь Блюхера. Там я учился кататься на велосипеде. И, наверное, окно кухни этой пятиэтажки – это мое любимое место. Ей досталось открытое окно. И больше ничего, и больше ничего. Исчез, прикрывшись февралем. И вообще был ли он? Отстегивая крылья по ночам, он молча пил свой чай. Белый, пушистый, такой чистый, ночь в городках.